10 дней. Вот разве такое возможно? Ходит по столице нашей родины с топором и ни одного свидетеля. На нем шапка была зимняя. Лица не видел, только спину. Пальто было темное. Чекай! Хрущев со стриж куры сдерет и на барабан натянет. Старый чемодан, небольшой, ну, вот такой вот. Я его запомнила, потому что у моего отца такой же чемодан, он в нем инструменты носит. Люди пишут, психопартии, они боятся выйти на улицу. Борода, очки чудные, круглые. Славик! Один и тот же человек. Знаете, как их там называют? Серийными убийцами.